Ой, не пробил. Нифига себе. 10 000 опыта. Так. Ну, шахтер-то нормально, конечно. С эксперт-землей. Это прикольно. То есть... ранее взятые объекты, все дела. Но по факту-то... нужно еще объектов. Третиночка котов. Котов. Заиграть на нычках котов? Или нет? Так, 200 опыта до левела. Сейчас, если дадут логу, то я буду играть. Если дадут логу, то я буду играть. Этот расклад. Сюда еще не бегал. И сюда тоже не бегал. Ну нет, ну конца же, может, нет? Консочку одну. Еще. Хрена лысого, а не концу. Нет, все-таки нет. И все-таки нет.
Так, довольно быстро приходит ход. Там пекло на форуме продолжается. Так. Ну вот, развилка есть. Уже хотя бы не в одну сторону бежать будем. Понятненько. Так, надо прокрадываться ко второй консе, я так думаю. Морочек дают. Дают, надо брать. Так, и что мне пока с войском делать? Радоваться жизни? Так, вот таким вот макаром пойдем пытаться забрать одну из деревенек. Нет, наверное, не пойдем за шахтой. То можем не успеть вернуть. Героев там тоже не шибко. Ну, правда, у меня героев на второй ход, а у него на первый столько же. Проснулась, так ты спать ходила, что ли? Да, все так себе. Очередное начало партии выглядит удручающим. Сегодня что-то не идет. Что за шоу, Дима? Ну, вон на форум сходи в тему апелляций. Почитай, что за шоу.
Так, ребята, только это. Читать читайте, а со своими папскими комментариями, кто к делу не относится, не встревайте. А то у некоторых может хватить ума. Смотрите-ка. Ксения пришла, говорит, спала. И Вига спал. Совпадение? Пускайте Вига пикапера. Красавчика. Да-да-да, Рома. Диман зрит в корень. Так, поехали дальше ходить. Блин, да ладно. Ну да ладно, ну вот что это такое? Что за дерьмо? Просто успею чекнуть концу, не успею, еще у топа. Конца единичка, отлично. За ней поедем. С нее и плясать будем. Ну хоть что-то. А то уж думал, совсем в говне будем все. Полностью.
наконец-то, то я думал. Эх, все-таки еще сильнее покусали. Логу дают. Отлично. Дефенс лога. Пойдет. Так, с глазьями. Блин, их бы прочекать, конечно. Вдруг их 49. Да вряд ли 49. По щам сейчас получим, да и все. Ангела сольем. Я не знаю, что ставить. Ничего не ставится. Давайте рынок поставим. Поставим рынок и купим героя. Куда его отправить? Наверное, пускай здесь пока сидит, подтащит потом чуть-чуть войско. Почему еще ни одного пикапера не пустили? Диаблера нет на вас. Тортика хочется. Нифига, борос-то нормальный сделал, Ксень. Всех цепануло сразу. Да мы с Тогой всегда так общались. Просто сейчас ему не понравилась его национальная принадлежность, или как он там написал, я уже забыл. А, микрофон поправить. Сорян. Сорян, сорян. Попросил людей не это.
ничего не писать, но Флейт все равно написал. Он же в обоих чатиках забанен. На ГГ-то его забанили, а на Твиче... Какой у него ник на Твиче? X-Flate был? Или какой-то такой? Пикап по-эстонски. Нормальная тема. А Милуй не писал, доигрывать обещал сегодня. Ну, он много чего обещал. Сидит, турики катает в покере. Можете ему в группе написать, что он этот балабол. Я ему писал сам. Сказал, тут турнирчик в покере. А, вон оно чё. Выиграл бутылку вискаря. Мишаня, Мишаня. Твой супердонат убрали? Его никто не убирал, я не знаю, куда он делся. Он просто не влезает в текст, оказывается, почему-то. И это очень странно. О, все нормально. Нравятся пиксели. На самом деле пиксели от того, что идет рестрим с ГГ, на котором изначально качество для всех так себе. Ну тут уж извиняйте. По-другому не могу. А, ну если сетка кому-то не нравится, ну это уж ваша проблема. Если тебе сетка не нравится, то
Как же ты сам-то в героев играешь? Почему все рестримы с ГГ не наоборот? Потому что с ГГ рестрим идет на Twitch, то есть так, как он идет на Твиче, то есть через твичевский проигрыватель. А вот почему-то, когда рестримишь с Твича на ГГ, там проигрыватель, короче, не меняется. И ну, там, короче, механика кривоватая рестрима с Твича на ГГ. Там, типа, все черти пойми, как идет. Так, приходит ход. О, шахти 2600 мовов, приятненько. Так, кем монеточку подобрать? Вот этот парень все равно сейчас не будет пробиваться. Пойдем монеточки подберем. Купили глаз. Что еще купить? Давайте загрейдим гарпи и раздадим. Блин, денег мало, правда. Еще хотя бы на одну натрейдить надо. Так, ну, момент истины. Сколько там глаз? Сильно они мне по щам надают или нет? Сорок глаз. Ну, по предварительным оценкам, не очень сильно. Сейчас посмотрим, как по факту. Брям-брям-брям. Так, я тогда не буду подходить. Моралфаги какие, а? Лучше, чем у автобоя получилось явно. Не шибко намного, но получше. 10 тысяч опыта идеально. Вот это идеальный шахтер. Дефенс, лого, земля. Вот это да. Это я понимаю. Такс. Значит, сейчас войско передадим сюда. А сам шахтер пойдет по повышалочкам. Пандора, но она такая. Так, сейчас разобьемся домой. Попробиваем здесь все. Может быть, левел дадут.
Может быть, земля заэкспертится. К концу чекнем. Если двоечка, то возьмем. Ой, а у меня же тут герой-то без мулов. Пипец. Что-то я это немножко затупил. То я тут уже сейчас тюрьму освобожу. Кстати говоря, можно взять нычку. Но опять-таки тем же шахтером. Вообще, возможно, стоило стартануть сюда. Ну ладно, плюс 2 атаки тоже нормально. Плюс книжку куплю. Ладно, нормально. Ну, дела-то налаживаются. Хотя бы шахтер идеальный. Power-то один, как брать будешь? Ну, не знаю. Да на самом деле Spell Power не повлияет, у меня даже эксперта земли нету. То есть, вероятнее всего, как это произойдет, я бегу, беру нычку сначала. И только потом, короче, уже к концу двигаюсь. А еще гарпий нужно уложить. Тут тоже статы нормально поднимутся. Но правда один ангел может с ними не справиться. Привет, спасибо.
Туз нычка красных. Ну, вполне возможно, что буду брать. То есть тут циклопов, ну, не больше 10 должно быть. И с ангелом это уже... С ангелом, дефенсом, протынтым офенсом. Это уже выглядит вполне убиваемым. Ну и, кстати говоря, можно вообще вот сюда после этого, еще после нычки, то есть подвести еще драка и забрать вот эту Пандору, освободить тюрьму. Так, нужно сейчас, чтобы вот эти два героя здесь находили что-нибудь вкусное. Что за шаблон? Джабус Кросс. Так, ребята, у нас, помимо прочего, есть три ключа, которые я в ближайшее время разыграю. Ну, ключа премиум аккаунтов на Good Game. Так что следите за стримом, я думаю, в процессе я либо...
Ну вот, наконец-то он доходил, кстати. Думал, решил нас замучить. Хороший артефакт. Хороший артефакт. Как бы его вытащить отсюда? Блин. Блин, блинский. Дают, лол. Мне сейчас деньги нужны были. Это реально лол. Взяли, просто щит запихнули. Что делать, что делать? Мне непонятно. Ты чистить. Ну, может быть, и не самый последний вариант на самом деле. Шлем череп. Угу, неплохо. Я, конечно, правда, пораковал все это. Сделал сейчас. Ай, пизду. Короче, сейчас не будем пробивать этих птиц пока что. Шахтер еще раз обойдет. Мне очень нужно и очень важно сейчас пробиться именно вот сюда. Гномий ублюдок. Так. Так, а может, и ну его нафиг, пойдем сюда. Нафиг эту нычку прямо сейчас. Правильно, правильно. Там вон куча экспы стоит.
Даркстором. У тебя есть вообще мувы? Ни у тебя, ни у Шахтера нет мувов. Неплохо сыграно. Нафиг тогда, идите в жопу. А тут заодно, если что, дабл мана будет. Главный гном убивает маленьких беззащитных гномов. Гномов. Ну, Пергюнд это как бы не я придумал, но вообще уже такая, скажем, прием довольно часто используемый. Ну, я рад, что ты подчеркнул что-то новое с моих стримов. Так, значит, знаете что? Давайте я сейчас придумаю первый конкурс, первый вопрос задам. Какой-нибудь каверзный, такой каверзный. Ну, давайте начнем с не шибко каверзного. Не шибко каверзного. Так, 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 так. Допустим, ну слушайте, короче, нужно отвечать в чатике ГГ, сразу говорю, потому что я буду отвечать, писать победителю именно в приват в ГГ чатике. Напишу ключ. Вопрос такой. Как на Джебус Кроссе, в данном шаблоне, получить войско, ну, стек войска выше 5 уровня, не со своего респа, но выше половинчатого прироста населения, то есть того самого, который дается в рефьюгах и тому подобное. То есть в Пандорах его быть не может, потому что там ограничение стоит до тир 5 уровня. Как получить на респе Джебус Кросса
Войско выше 5-го тира. Не смычек, не с лагерей, то есть не единоразовый выкуп, короче, вот этого единички или двух. Нет, естественно, по стандартным правилам, без дипломатии. Ну, Сань, ключники давно уже отключены. Не, ну, естественно, за исключением уликов конс. Ну, это уж... Так, вот. Первый ответил правильно у нас... парень с ником Ту Стефан. Квест. Все верно. Квестовым Мартом. Никто же больше не отвечал выше. Так что Ту Стефан получает у нас первый ключик према ГГ. Если ему самому он не нужен, он может кому-то его отдать. Ну или... активировать самому. Так, сейчас только ГГ перестанет глючить, а то у меня идет подключение к серверу. Правильный ответ — квест. Взяв квестовый итем с другого респа и притащив его, сдав в квестик, можно получить юнитов любого уровня. То есть, что шестого, что седьмого, что всяких коней, ангелов и же с ними. Ну, ребят, да, вопросики не для простых обывателей. Я сделаю какой-нибудь простенький вопрос один, но большинство будет именно для тех, кто разбирается хоть как-то в героях и смотрит стримы постоянно. Так, написать приватно. Да, такое случалось, причем даже до выхода с респа. В играх 2 на 2 частенько бывало так, что с респа союзника отбивается артефакт, причем, ну, за не такой уж шибко мощной охраной, и подбирается, ну, сдается квест на хорошее войско. Ну, ребят, кому не нравится ломать голову, покупайте, пожалуйста. Премиум подписки дает вот такой вот прекрасный смайлик. И возможность смотреть в хорошем качестве. Ну, даже когда с нормальными охранами идет, то... то тоже. Там режется в два раза мощность, короче, по сравнению с Пандорами. Привет, привет. Максимальное войско можно получить с квеста. То же самое, точно так же, как... точно так же, как в Пандорах. То есть, соответственно, самые мощные Пандоры, это там всякие на 8 медведей, на 8 гигантов. Ну, там 5 ангелов и тому подобное. За счет чего собираешь точить расклад? За счет хорошего героя, хорошего кача и, да, за счет тех самых двух конс. Надеемся, что вторая конса будет пожирнее. Я ее еще не чекал, правда. Но надежда-то не унывает. Так. Что я хотел сделать?
Но, ребят, угадать игры в угадайку мне как раз и не нравятся. Потому что это рулетка и рандом. То есть у меня интеллектуальный стрим, в отличие от некоторых. Я, может быть, как-нибудь сделаю рулеточку одну, но не более того. Ну и то я не уверен, что в этот раз она будет. Не хочется мне это, не нравится. Заслуженно побеждать, зная, то есть разбираясь в героях, это да. Ну, я рад, Стефан. Ты не тот, правда, смайлик ставишь? Ставь вот такой смайлик. Оп, и нормально.
там, скорее всего, взял бы обе нычки, но их не отстроил бы. Понятно. Так, во-первых, что за конса была? Конса четверка была. Я бы ее запарился брать бы. Жесть какая. Птицу 19 было. Они бы не напихали бы еще нормально так. И гарпи, наверное, тоже. Ну да. Так, а в этой Пандоре что было? Есть второй уровень. Циклопов 12 с грейженным стеком. Так, центр цитовский. Болото. Ну вот, ладно, еще один данж. Два данжа, и у меня 12 циклопов охраняют нычку. Я вообще эту шутки юмора не понял, если честно. Я просто не понял этой шутки юмора. Что у меня было в домашних утопах? Максималка сразу. Двойной воздушный контроль. Почти как воздушный патруль. И еще двоечка. С офигительной настаты. Плюс 11 ол просто. И почти лук снайпера. Лол. С утопа еще... Сейчас бы с утопа единички лук снайпера вытащить было бы вообще офигительно. Not bad, not bad утопы. С такими утопами можно было играть ну, если бы супер темповый хороший расклад был. Тут дефенсу учили. Ай, беги сюда. Вот на эксперт мудрость. Я не понял. А, это была еще Пандора на весь второй уровень. Это была еще одна Пандора на весь второй уровень. С шоклами. Понятно. Так, ну давай. Ну это вряд ли третий уровень. Это весь воздух. Офигеть. Просто весь воздух. Слишком много воздуха на респе. Аж дышать нечем. Двадцать восемь просто сраных этих весь по минимальному по ходу дела этому. Ну, сейчас посмотрим, сколько по калькулятору охран. Пандора на весь воздух. Вик плюс стронг. Первая неделя. Где там эти грейтеры басирийские? Двадцать три тридцать семь. Ну, в среднем 30. Ну, в принципе, все верно. В принципе, все верно. Так, мы без рестартов оба, да? Или я второй выдал рестарт же, да? Да, я два рестарта выдал. Все верно. Так, два стека. Два стека и... Так и знал. Как-то обычно и бывает. Блок? У тебя блок? Это же блок, да? Шикос просто. У него блок. Ну, может, что-то тут было? Да ничего тут не было.
просто вообще топчик, блин. Да, ну, знаешь, генератор мне это говно издал. Так, два стека, но они максимальные. Так. Фу. Фу-фу-фу. Лора, уходи и не приходи. О. Когда Firemag с тактикой, это вообще, это топчик. Так, есть Расулей, есть хорошая шея. Здесь, правда, хрен пробьешься. Две нычки драков. Воу-воу-воу. А почему... А. Ну, все равно, что-то многовато за... Что-то... Ну, блин, да как их брать-то? 102 героя по 350 золота. Что-то все герои полезные приходят. О, нычка архов. Так. Ну и что делаем? Что делаем? Оба продвинули. Красава. Красава. Так, а куда идти-то? Расскажите мне. Что-то ничего не понимаю. Дефанс дают. Пойдем тупо по повышалкам. Поставим грейд. Но пока что не будем никого это терроризировать. О. А этот парень за той земелькой. Ну, вот так вот, собственно. Так, я отойду, ребят, по-быстрому. Сейчас.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, не особо. Так, блин. Как бы это провернуть-то? Что-то я немного неправильно сделал все. Отвлекся. Короче, сейчас надо будет сливать. Сливать водянок придется. Отвлекся. Полный стек мне врезался. Полный, блядь. Как будто... Жесть какая. Проблема в том, что быков-то он возьмет, только дело в том, что у них скорость одинаковая. Помикрить их не получится нормально. Они по щам все равно напинают. Вот в чем проблема. Ладно, через час все равно нужно Фалькону будет уходить. Я пойду отдыхать. На сегодня закончу с героями. Что-то не прет, так не прет прямо. Во всех отношениях. Главное за этот час не успеть тут говна нахлебаться.
Че, Ксения, тебе Витя тортик привез, что ли? Куда без них? Видишь, у тебя тортик, у кого что. Я вон через час пойду в доту катать. Правда, никому не покажу этого. Ну да ладно. Чё-то я как-то пытался включить стрим, короче, с дотой. Но там что-то перенастраивать нужно, короче, все. Как-то он не так идет. Ну и показатели для него другие нужно выставлять, похоже. Ну так вроде стрим шел. Но по факту надо смотреть, как получится. Ну там по вечерам обычно, ну, неполноценным стеком. По трое, ну бывает фулл стек. Четыре с половой. Я уже давненько не дотер. Так, развлекаюсь. Профиль менять кодирование. Ну, возможно. Парковать, ну, надеюсь, что хоть там нет. Не, Вить, про говна нахлебаться, это она не про тебя. Это я про свой расклад говорил. Я говорил, что в течение часа, до которого мы засейвим, я говорю, вполне могу успеть нахлебаться. Ну, возможно, возможно.
Пустота, пустота. Что же ты творишь? Кто первый, что пишет? А тут подсказки убрали. Или они только на свой ход? Наверное, только на свой ход. Я что-то 100 лет уже подсказки не смотрел. Ешь невкусные торты и плачешь. Смотри, с этим надо аккуратней. А у тебя бывало, чтобы комп откапывал Грааль? Ну ты играешь невежливо. Ну бывает, бывает. Так, давайте. Настало время еще одного папского вопросика. Сейчас я его только подумаю. Чё-то хочу спросить. Так, папский вопросик, папский вопросик. Готовы, ребята? Давайте, даю минутку на подготовку и потом задаю. Соберитесь, отвечать нужно, еще раз повторю для всех, в ГГ-чатике, потому что это премиум ГГ-канала. На портале ГГ. Писать я его буду в приват, поэтому нужно отвечать там. Более того, я посоветую вам сделать всем, кто хочет ответить вовремя, стоп-старт стрима прямо сейчас. Чтобы, если была задержка у вас какая-то, она как можно, ну, уменьшилась, насколько это возможно. Прячь булки на стриме, адмирал. Тут, я думаю, булки прятать надо. Томить, не томить. Так, давайте. Мне нужно одновременно, чтобы вы ответили. Ну, это уже несколько раз обсуждалось. Довольно сложный вопрос, потому что он сразу двойной. Сразу скажу, подсказку сделаю, что цифры ответов не одинаковые. Сколько раундов длится дебафы от заклинаний АОТД и баф от Альянса Ангелов. Фалькон вышел. Что не так пошло? Говорит, что у него теперь возможно... Ой-ой-ой. У него тоже такой же остался пароль. Вот это дела.
Так, ладно, давайте разберемся сначала с ответами. Правильный ответ 50 и 10. То есть 50 раундов висит АОТД, 10 раундов висит баф от Альянса. Первым правильно ответил Даду. Папашки, ну вы чё ж такие все это? Какие-то ответы там, куча неправильных. Так, Даду, пишу. Да, Маджахет чуть-чуть не успел. Вот ключик отправил победителю. Я расклад Фалькона не смотрел. Я же красным играю. Так, что там не нашел? В смысле, не можешь приват найти или что? А, вводить ключик куда? Ну, зайди на Good Game портал. Ты как бы ты же пишешь в чатике Good Game, господи. Активировать премиум аккаунт. Ну или напиши в гугле, как активировать премиум аккаунт. Сейчас Фалькон разбирается, там ситуация какой-то, консультируется. И возможно сейчас продолжим еще какое-то время, полчасика. Что-то у нас не ладится игра эта.
Нет, после того, как мы засейвим эту катку, то есть я все закончу со стримом на сегодня. Ну, наверняка закончу. Ну, вряд ли будет что-то еще. Очень сомнительно. Хотя все может быть. Вот, но, момент такой. Нет, за данж сейчас идет что-то там, разбор сейва. Сейва. Даду разобрался. Красава Даду, добро пожаловать. Пока никакого итога. Пока разбирается. Прямо сейчас смотрит сейв. Так. Я уже все сказал, ребят. Повторять по 20 раз каждому я не собираюсь. Ну, сейчас посмотрим, уходить, не уходить. Судя по тому, что говорил Фалькон, где-то через полчаса у него там турнирная игра, то ли в покере, то ли где, непонятно. Ну, договоренность какая-то, похоже. Нет, там, говорит, какая-то вообще странная ситуация. Типа, требующая рассмотрения. Ну вот Dirty Player сейчас смотрит на склад. А, ну... Говорят, там все нормально. Но Фалькон предлагает сразу закруглиться. Ну, окей. Да, он все-таки уходит, как и говорил. Там или куда-то играть, или что-то делать. Так что на сегодня это, скорее всего, все. Ну, если только сейчас я передумаю через часок-другой и, может, еще покатаю. Но уверенности в этом совсем нету. Так. Два ключика я раздал. Еще один остался. Еще один остался. Но его разыграем уже на следующем стриме. Думаю, завтра, наверное. Так что смотрите, следите. Подписывайтесь. Ладно, пока что все. Всем пока. Ну, я говорю, как если я надумаю что-нибудь, то обязательно отпишусь.